Я Пхиманья. Я замечательный и умный. Когда я вот так стою, я думаю, и ко мне часто приходят умные мысли. Абхиманчи, ты такой трудолюбивый! Ну да, например, такие мысли. Я очень трудолюбивый. Я так люблю смотреть, как другие трудятся. Вечно готов наблюдать. А еще я радхолюбивый. Только радха почему-то не Абхимани любивая. Почему? Объясните мне. Ну, смотрите, я хороший парень, все замечательно. Для меня даже в 10-й песне Шримад Бхагаватам написано. А еще мамочка говорит, что я хороший. Абхиманчик, где ты? Глупо ты, безделья ты, мама. Абхиманчик, знаешь что? Бери этот мешок. Ага. Фу, у меня уже сил нет. Тащи его туда. Туда. Хорошо. Напрягись давай, напрягись, Абхиманчик. Не могу, маманя. Господи, горе ты мое, что мне приходится делать самой? Послушай, что я решила. Да. Мы уезжаем отсюда. Уезжаем? Уезжаем? Да. Матху. Матху в город, здорово. А зачем? Ну посмотри, во-первых, в этом Вриндаване развелось слишком много демонов. Потом, жители Вриндавана пропадают, понимаешь ли, продукты со склада. Масло, йогурт, молоко, постоянно. А потом, кстати, самое главное, знаешь, мне кажется, твоя супруга, Радхарани, она как-то странно смотрит на эти кусочки. Криш, ты не находишь? О, кстати, смотри, а с кем она там разговаривает? С Кришнами? Маманя, нет, все хорошо, вы зря ее обвиняете. Это ее подруга Читра. Они вместе сейчас будут собирать цветы, потом пойдут в храм богини Дурга Деви. Молить ее о счастье для нашей семьи. Ты знаешь, конечно, поклонение богине Дурги Деви — это дело-то хорошее, прибыльное, я бы даже сказала. Укрепляет семейный бюджет. Но что-то мне подозрительно это все. Мне все-таки кажется, что они говорят об этом черном звере, Кришне, знаешь? Нет. У меня есть план. Да, не расстраивайся. Сейчас мы их, так сказать, на горяченьком поймаем. Давай, смотри, там кусты. Вот ты так вот подползешь и все разузнаешь, о чем они там говорят. Ладно. Тихо. Чего? Давай, потише. А если что, если они скажут, что ты делаешь, Абхимани, ты там что-нибудь придумай, скажи, ключи потерял, что-то в этом роде. Не плачь. Не плачь, пожалуйста. Я не хочу уезжать из Вриндавана. Я не вынесу разрушить. Громко. Что-нибудь придумай, ну что же ты? Нет, Читра, уже слишком поздно. Сегодня я отправляюсь в храм на поклонение Дурге. А уже завтра с утра мы навсегда уедем в Матхуру. Я больше никогда не вижу. Ладно, ты не хочешь, сейчас тоже там. Читра, может быть, еще разок. Последний раз, хоть краешком глаза взглянуть. Радха, ну зачем тебе это? Ему нравится разлука с тобой. Ему нравится причинять тебе боль. Таким образом он усиливает твою любовь к нему. Вот попадись он мне вообще, я ему все скажу. Что ты придумала? Не нравится. Но, может быть, еще разочек, еще один раз.
Поможешь мне устроить встречу с Кришной? Нет, Радха, он не достоин тебя. Ну, пожалуйста. Нет, Радха, даже не думай об этом. Радха, Радха, не умирай, пожалуйста. Пожалуйста, Радха, я устрою тебе встречу с Кришной. Радха. Кришна? Да, Кришна. Встреча с Кришной. Читра, я обожаю тебя. Но как же ты это сделаешь, Читра? Да, тут надо подумать. Так, матушка Джатила, Джатила отправляет тебя... Не дурки, да? Да это лягушка, успокойся, даже не переживай об этом. Так. Я устрою всю встречу, но у тебя будет слишком много препятствий на этом пути. Когда ты выйдешь в лес, тебе встретится повелитель бога любви Мадана Мох. И он начнет целиться тебе прямо в сердце, Радха. Ты ничего не сможешь с этим поделать. Разве что тебе придется подвести глаза Сурьмой. Когда? Ау! Когда речь это препятствие. Согласна, но... Тебе кажется, успокойся. Ну, Радха, ну сколько можно переживать? У нас такой план прекрасно строится. Хорошо, да. Я слушаю. Дальше ты попадешь на холм Гавардхан, и там тебе встретится черный змей Яма Сундара, и он охватит тебя своими кольцами. Ты ничего не сможешь с этим поделать, Радха. Разве что ты можешь одеть колокольчики. Тогда ты преодолеешь это препятствие. Нужны колокольчики. Конечно. Я надену свои самые звонкие колокольчики. Хорошо. Я все сделаю. Когда ты преодолеешь это препятствие, у храма Дурги тебя будет ждать воришка масла Маханчор. Тебе нужно будет очень-очень много сладостей, йогурт, сладкие шарики и, конечно, много масла. Тогда ты преодолеешь это препятствие и встретишься с Кришной. Читра, мне так нравится твой план. Я все сделаю, дорогая Читра. Здорово. Тогда нам нужно приступать к выполнению этого задания. Конечно, сейчас же. Обнимаю! Ты слышала? Нас подслушивают, Радха. Это, кажется, Джатила. Это Джатила. Что все пропало. Все, я пропала. Нет, Радха, ничего не пропало. Все, делай все, как я тебе сказала. Делай, а я все устрою. Я скажу Кришне. Радха, хотел бы такие жертвы ради меня, своего возлюбленного, но преодолеть столько опасностей. Моя любимая. Мамочка! Годник, он подслушивает нас. Ах, ты негодник! Ну мы тебя прогоним сейчас. Ты все слышал? Где мои ключи? Я ключи ищу, ключи. Все придумаем. Иди. Делай все, как я тебе сказала. Мама! Маманя! Я Архимальчик! Долгой он знал, Маманя! Где ты, Архимальчик? Ну-ка, давай рассказывай, что произошло. Я все услышал. Что ты там услышал? О, Шанти, давай, успокойся сначала. Давай, говори, что ты там рассказывай. Радха любит. Любит меня. Чего? Ты там на солнышке, что ли, перегрелся? Мама, ты зря подозреваешь мою дорогую супругу. Всегда ее подозреваешь. Ты бы знала, на какие она жертвы идет. Какие опасности готова преодолеть ради нас. В общем, ради нашего семейного счастья моя дорогая пойдет в храм Дурга-Деви. Ты знаешь, какой это опасный путь. Сначала ей встретится разбойник со стрелами. Этот, как его? Мадан Мохан, да, точно, забыл. Вот. А потом, если она пройдет, то около Гавардхана будет большой змей черный опасный. Этот Шасунда, да. Вот, тоже забыл. А потом
она подойдет к храму, там вообще вор водится. Мохан, Махачер! Махачер, да, точно, я перепутал. Махачер, да. Да, и все это Радха преодолеет ради меня, своего супруга. Ну, поздравляю, Махачер. Поздравляю тебя. Ты балбес! Что? Махачер! Шьямасундар! Вот он Мохан! Это же имена этого Кришны! Нет! Да, я тебе говорю, да! Нет! А куда? Куда они, кстати, пошли? Куда-то туда пошли! Нет! Нет, да мамочка! Куда пошли? Храм, что ли, богиня Дурги? Да, они сейчас пошли в храм богини Дурги Деви, но ты зря подозреваешь мою любимую. Я клянусь, если это зря, то я клянусь своей головой, что мы остаемся во Вриндаване, никуда не уезжаем. Не клянись, не клянись своей головой. Хорошо. Во-первых, сейчас мы пойдем в храм богини Дурги, и если я буду права, а я знаю, что я буду права, тогда мы сегодня же уезжаем в Матхуру. Понятно? Хорошо, но я буду прав. Ну, ты же Кришна. Ну, не знаю, я победила его. Ну, почему бы не было? Ну, на Гавардхане, не даже возле храма Дурги. Не знаю, ладно, понятия нет. Я так хотела его увидеть. Я нарядилась. Я приготовила ему сладости. А он даже не соизволил появиться. Что же сделать? Не плачь, милая. Нет. Нет, это Кришна. Он обманщик. Конечно, обманщик. Я тебе говорила, Радха. Но... Но мне нужно было встречаться с Тёрой. Где там? Ой! Вишна! Чую! Мой нюх меня не обманывает, что они где-то тут! Близко! Что это такое? А? Вот видишь, Радха тут поклонялась богине Дурги. Видишь, видишь, мамочка, ну что, кто был прав, кто был прав, кто был прав? Что-то мне подсказывает, тут что-то неладно. И вообще, ты там... Глядь, ты слышал? Ты слышал? Вот, это было доказательство. Что там такое? Мамочка. Что там такое? Дай посмотрим. Господи, сама! Кто это? Я не мастер. Скажи нам что-нибудь. О, добродетельная Джатила! О, благочестивый Абхиманию! Вы так часто просили Радхарани поклоняться мне! Она делала это так искренне, что я решила лично выйти из божества. Чтобы посмотреть на вас. А теперь идите с миром.
домой. Где моя Радхарани? Она ушла на священную гору Кайлаш. Зачем? Благословение какое? Защитить! Ты да! А чего защитить? От великого несчастья! Лучше из пастухов! Оказалось, что на всей земле ты самый благочестивый человек! Я? Я? Ну я тобой горжусь так красиво! Спасибо, благочестивый ты мой! Если ты отправишься в Матхуру! Так, и что будет потом? Царь Гамса непременно заметит тебя. Вы сделаете его министром, да? А что тут? Ему голову. Что? Голову? Он отрубит тебе голову и предложит ее Шиве! Маманя! Ты же мне всегда говорила, что моя голова никому не нужна! Слушай! Ладно, успокойся. Что же вам делать, моя богиня? Как исправить эту ситуацию? Я вижу, что Абхиманию стоит на священной горе Кайлаш, и Господь Шива ему говорил. Я защищу тебя. Защищу тебя. Но ты ж приятно умолвить, что вы никогда не уедете из Вриндавана. Я клянусь, что вы из Вриндавана не догоните. Я тоже. Лично я буду следить за этим. Спасибо, моя Радхарани, ты спасла всех нас. Ну хорошо. Успокойтесь и все, идите с миром и закончите. Когда Радхарани вернется? Радхика? Она вернется через 3 дня. Нет, через 3 недели. Да потому что 3 дня на райских планетах длятся 3 недели. Все, идите с Богом, всего хорошего, до свидания. И алтарь закройте нам, не мешайте, пожалуйста. Обвиняет свою жену напрасно, он сокращает себе жизнь. Да, мама, они еле отделались. Чего ты говоришь, сынок? Пойдем, а тут еще опять нагребешь мы свою. Говори больше, что мы куда-то уезжали. Пойдем. Thank you.
Thank you very much for this beautiful drama. Поблагодарим вас за этот чудесный спектакль. Ridiyasya pranaya parvato ham barakarupopi chasse hare parthamalam bande chaitanya devasya. Srila Rupa Goswami Pad said that I am very insignificant. Srila Rupa Goswami Pad сказал, я чрезвычайно незначительный. But whatever I have written, it appeared in my heart by the inspiration of Sri Chaitanya Mahaprabhu, so I bow down at his lotus feet. Все, что я выразил в своих произведениях, явилось в моем сердце по благословению Шри Чайтани Махапрабху, и я склоняюсь его лотосных стоп. So when Srila Rupa Goswami was traveling from Vrindavan to meet with Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri, когда Шри Рупа Госвами отправился на встречу с Чайтани Махапрабху в Джаганатхапури, at that time he was writing one drama. В это время он писал сценарий к одной театральной постановке. That by the inspiration of Satya Bhama and the Chaitanya Mahaprabhu, he divided it into two parts. Но по вдохновению, по повелению Сатья Бхамы и Шри Чайтанья Махапрабху, он разделил этот сценарий на два отдельных сценария. And this drama is the one act of the final, the last part of the first drama, Sri Vidagdha Madhav. И вот эта драма, которую сейчас мы увидели, это одна глава, заключительная часть завершения сценария Vidagdha Madhava. So it is only by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, inspired in the heart of Rupa Goswami, that we have a glimpse into the sweetness and also the craziness of Vrindavan. То есть мы смогли по милости Чайтанья Махапрабху заглянуть в это окошко, увидеть эту сладость и это безумие Вриндавана. Everything in Vrindavan is supremely sweet and relishable. Во Вриндаване все чрезвычайно сладко и вкусно. What to speak of Radha and Krishna? Что же говорить о самих Радхе и Кришне? Thank you, Radha and Krishna. Мы благодарим вас. Because they are the ras upakar, that is the ingredients that of the rasa which is relished by Radha and Krishna, they add some spice to that. То есть это как специи такие раса упакары, в которых вкушает Радха и Кришна, их участие необходимо для того, чтобы там была насыщенная раса влила. Black pepper is very hot by itself. Черный перец сам по себе тяжело переварить. Some Jatila and Abhimanyu, they like black pepper. Jatila and Abhimanyu, by themselves, not very tasty. Черный перец сами по себе не очень вкусные. But when they add it to the rasa, the whole the leela of Braja, then it becomes very flavorful. В малом количестве добавленные краси Вриндавана, они придают этому блюду изысканность, вкус. So we want to serve Radha and Krishna in this beautiful leela. И мы жаждем служить Радхе и Кришне в таких сладких лилах. So first of all, my thanks to Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami for composing this drama. Поэтому прежде всего я благодарю Шри Чайтанья Махапрабху и Рупа Госвами. And then all the devotees who put this drama together, they are only taking the remnants of Rupa Goswami, taking his Mahaprasad. So, затем я благодарю всех преданных, которые приняли участие в создании этого спектакля. Они почтили крошки Махапрасада из уст Рупы Госвами Пада. And then distributing those remnants to all of us. И поделились этими остатками Махапрасада со всеми нами.